Дико меня в шапке не узнала, да? Да. Не узнала в шапке. Дожились мы. Так, наш подход к уборке снега. В этом году уже расшестен. Таял, потом появлялся опять. Поэтому я вот так вот очищаю наездом туда-сюда, туда-сюда машиной. И все. И тут мне это достаточно. Вот так вот разъезжаешь. Поэтому снегоуборочный комбайн он тут как бы ни к чему. Потом извините за смех. Настроение хорошее просто. Потом вот тут вот прочищаешь себе какие-то проходы нужные. Потому что как только мороз перейдет в плюс, все это сядет быстренько. Вы и не заметите. И вот так вот. Там, где вам жизненно необходимо, зачем вам этот лишний геморрой? Вот, пожалуйста, эта дорожка у нас к моему туалетику персональному. Без всякой выгребной ямы, кстати. Чтобы не было разговоров потом. Туалетик зашибоновский. Вообще никакого запаха нет от него. Только удобрения полезны всякие. Вот это дополнение к основному. Потому что если приедут гости, вам туалетик не помешает. Туалет, кстати, еще хозяйский. Переделан, конечно. Вот такая у нас погода. Ну вот, достаточно места, чтобы пройтись. Сараи открываются. Вот. Что еще мы чистим? Ну, естественно, ходим к парникам, теплицам, очищать их. Ну, это скорее формально. То есть можно и не чистить, ничего с ними не случится, как показала практика. Но лучше не рисковать. Поликарбонат у нас хороший. Но он все-таки уже не новый. Вот этой теплице уже будет или уже 5 лет. С 19-го года, короче говоря, она стоит. Ну и вот, по ходу дела, накидали снежку. Трудолюбивая Татьяна Николаевна, она нас носит вот туда. Я так сбрасываю сюда прямо. Но все равно потает. И заполнит собой все пространство. Так что нужен вам снегочиститель. Или не нужен, это, конечно, вам решать. Но мне он точно не надо. Возможно, на другой широте где-то, где зима постоянно подкидывает снег, и он не тает. Там, наверное, это нужная опция. Но мы как-то обходимся без этого. Зимой, конечно, снег доставляет некоторые неудобства, но без него, честно говоря, тоже не очень. А вообще, вот так вот, конечно, приятно походить по свежему воздуху. Так что чистить тщательно, по-моему, это никому не нужно заняться. Но это мое личное мнение. Даже вот как-то красиво так кругом. Такие пейзажи. Ну вот, все. Уезжаем, обслужили участок. Поехали. Дом. Набрали. Ты набрала себе сажи там вот побольше? Стоит, видишь. Не сажа, а зола. Золы побольше набрала себе. Для высаживания всяких штучек, сегодня, дрючек. Уже сегодня перчики. Один сорт посажу. Чтоб раненькие были. О, вырубаем, а то опять забанят. Ну вот и все. Свидание на сегодня закончилось. С уборкой. Поехали. Этому
Что это такое? Это снег там шапает? Это задняя щетка у нас вышла из-под контроля. Делают, что хотят. Опять.